Всех приветствую, друзья, с вами Валерий Хаус, и мы продолжаем проходить «Зло внутри», 11-й эпизод «Воссоединение». Будем воссоединяться с кем-то или с чем-то. Так, что у нас? Прошлый эпизод у нас получился такой довольно напряженный. Босс за боссом у нас были. Фекс. Ничего, да, у нас здесь нет. Чтобы не пропустить. Похоже, уцелела только психушка. С чего бы это? Да, весь город уходит под землю. Рушится. Кошмар. Каруселька. Почему-то всегда меня в хоррорах напрягают карусельки. Ух ты, что я вижу-то? Текс. Снайперку. Есть. Давайте попробуем взять. Ну и где он? Где ключ-то? О, лежит. Родимый. А, бери ты его. Так, ну что, двигаемся дальше. Я так понимаю, нам нужно добраться до маяка, до психиатрической больницы «Маяк». Все ломается. Все рушится. Постер какого-то фильма. Скорее всего, ужастиков. Жесть. Как бы не обрушилось вообще все. Вместе. Ох ты! А вот если бы я не посмотрел наверх, придавило бы нас. Экс, что здесь имеем? В принципе, ничего. Фу, все в пыли. Что, я надеюсь, в этом-то эпизоде нам дадут немного передохнуть. Так.
Точно. Так, шкафчик. Ой, извиняюсь, ящичек. Ух ты, какая банка-то. 350 всего. Happy New Year. О, это же фрагмент. Я думал, фотография какая-то. Давайте посмотрим, что в кейсе. Магнум. Этот большой, сделанный по особому заказу, револьвер стреляет мощными крупнокалиберными патронами. Он добротно сделан и находится в прекрасном состоянии. Вот что-то новенькое. Снова револьвер в стиле Резидента. В Резиденте тоже там револьверы всякие были. Вот. Вот и первые враги в этом эпизоде. Были, похоже. Или он живой? Похоже, раздавило. Ух ты! Так, так, давайте-ка отсюда выходить побыстрее. Ай-яй-яй-яй, давай-давай. Аптечка. У меня раньше типа такой клавы было. И монитор похож. Еще когда в школе учился. Так, зарычали. Ух ты! Чтоб тебя, ты чё, бронированный, что ли? Воу-воу-воу. Ща рванет. Получи и распишись. Ух ты. Так, а нам туда не пробраться, что ли? Никак. Похоже, нет. Держи. Здорово. Это вот через каску сразу. Так, закрыто. Пол башки. Блин. Держи. Гори. Блин, что-то быстро я патроны истратился. Что-то как-то
Разошелся я. Отлично, патроны для ружья. Так, давайте-ка не будем его пугать. Пускай кушает. Сделаем так. Тебя мы подожгем на всякий пожарный. Патроны, отлично. Так, и здесь закрыто. Да, что-то... Гори! Не взорвется. Да, разбежался. Так, давайте-ка немного как-нибудь поэкономнее будем. Отлично, спички. Связка старых ключей. Кольцо с ключами, найденное рядом с трупом в переулке, открывая складскую территорию. Ух ты, нифига себе! Ну-ка, гори. Рэмбо, блин. Еще один. Так, а давайте-ка... Со снайперки его. Ух ты! Ты-то откуда взялся? Ребята, ребята, вас много. Так, нет. Фу. Черт. Ух ты, нифига вас тут. Так, давайте ружье возьмем. Что-то их там не на шутку много. Так, и всю кучу давайте. Опа! И все, только патроны. Ну и на том спасибо. Так.
Так, давайте к этому залезем. Может, у него что-то еще лежит. Нет. Отлично. Так, куда нам, наверх или вниз? Подобрать. Так, давайте-ка выберем внутри. Значит, вниз все-таки. Контейнеру, наверное, то, что туда не пускают там. Что у нас, ништяков нету, что ли, здесь никаких? Похоже на то. Так. Ох ты! Это неожиданно, а? Так. Фигурка. Давайте как-нибудь ее, не знаю. Что у тебя? Давай, давай, давай. К мусорке. Давай ты. Блин. Нет, не взять никак. Блин. Так, а если так? Только испортил все, да? Не взять нам этот ключ. Ну ладно. Ущать. А, черт. Да ну нафиг. Так, я суть немножко понял, да? Давайте, давайте. Быстрей, 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 быстрей. Отлично. Ух ты! Плыви давай быстрей.
Вот черт. Так. Сделаем вот так. Фу. Успели. Что за тварь-то? Нифига у нее там ласты. Так. Еще одна плавает. Ты как ты близко-то, а? На, держи. Текс. Надо отвлечь ее, да? Отлично. Больше я ни за что не полезу в воду. Да, Себастьян, я с тобой полностью солидарен. Зачем ставить ящики, если они пустые? Да ну нафиг, Рувик, что ли? Так, друзья, давайте-ка выберем магнум. 6 патронов. Точно. Воу-воу-воу-воу! Ну-ка. Черт, черт, вас много, где ты там? Блин, промазал, черт. Отлично. Да чтоб вас. Еще живой, что ли? Держи еще. Так, еще один выстрел. Some kind of fake. Подделка какая-то. Ну, точно. Так, давайте-ка соберем, что здесь.
За подделку нам дали косарь. Блин, всего два выстрела ему нужно было. А мы потратили 6. Если бы я стрелял помечче, все было бы куда намного лучше. Громко закрывается. Издеваетесь? Как тут грязно. Это его рук дело. Ух ты, все разрушено. Здесь у нас пусто, да, все? Какой бардак-то. Детектив, вы в порядке? Вы же понимаете, что меня никто не заменит. Так, свежая пресса. В канализации найден изуродованный труп. В канализации Кримсон Сити найден труп мужчины с хирургическими шрамами и вскрытым черепом. Он умер несколько месяцев назад. Похоже на почерк серийного убийцы из Элк Ривер. Инспектор Браун. Пропал инспектор полиции Кримсон Сити Арнольд Браун. Перед исчезновением успел сообщить, что обладает важными уликами по нераскрытому делу. Так, у нас два ключика есть. А, один. Второй мы не взяли. Точно. 7000. Так, 57. Отлично, можно сходить прокачаться. Что мы и сделаем? Итак, что мы можем сделать? Не чини шприцами 15. Оружие. Так, магнум. Магнум он и так нормально выносит, в принципе. Снайперка. Болт. Гарпун. Давайте-ка гарпун увеличим. Текс. 10. 50 тысяч надо. О, офигеть. Текс. Что еще? Давайте пистолет еще. Что у нас, ружье, да? Давайте ружье. И 8000 у нас остается. На 8000 давайте. Рукопашный, рукопашка мы
редко бьемся. Точность. Давайте точность еще. Гранаты, шприцы полностью у нас. Ой. Так. Давайте разрывной болт, так уж и быть. Нужно возвращаться. Нормально, только свалил по-тихому. О, нифига вас там, ребята. Экс. Что у нас вообще имеется? Так. Электроболт. Блин. Да что ты? А, промазал. Да что ты такой быстрый-то, блин? Куда побежал? Так, у нас можно гранатами же. Давайте-ка. Гранатки. Лови. Целится мне тут. Ух ты! Ух ты, трое. А ты куда полез? Почему тебя поджечь нельзя? Ух ты, живой еще.
Так, музыка-то не стихает. Да чтоб тебя, дай мне тебя поджечь-то. Лови. Еще лови. Все, музыка стихла. Так. Ну, что-то мы вообще все истратили. Вот. Гранатку. Так, вот, можно патроны взять. Так, что тут мы имеем? Мы здесь имеем ничего. Так, гранаты. Мигает, мина, что ли, похоже. Закрыто. А. Мигает наверху. А, вон чё. Я думал, закрыто. Отлично. Так, еще ящики. Приехал десант. Экс-текс. Так, там где-то был еще один, вон я тебя вижу. Ах ты, черт. Да как так-то? Ну что ты будешь делать-то?
Сдохни. Что-то я сегодня вообще... Косяк на косяке, блин. Так, теперь можно подниматься наверх, да? У тебя тоже ничего. Могли бы за этих спецназовцев давать какие-нибудь ништяки. Так, что-то мы слишком медленно едем. Падай. Тебе тоже. Падай. Блин. Ты. Черт, патроны кончились. Давай, давай, быстрее перезаряжай, ну. Ах ты, козел. Ну как так-то? Да, патронов... Ноль. Друзья, будет полная жопа, если вылезет какая-нибудь огромная тварь. Что патронов вообще ничего нет. Так, чё я взял? О! Ух ты! Ятушки. Давайте-ка. Не будем ее трогать. Так, а чё, здесь нету ничего? Давайте просто заглянем. Здесь ништяки какие лежат. Зум... Зомбоб... Бомб. Так... 11 июля 2012 года. После пожара прошло почти полгода. Мы с Майрой все больше отдаляемся друг от друга. Я должен быть сильным, но топить мысли в виски это так просто. Я думаю так. Пока это не мешает работе, моя личная жизнь никого не касается. Наконец-то мне удалось поговорить с Майером.
с Майрой. Теперь мне стало еще страшнее. Либо у Майры начинается паранойя, либо то, что она говорит, правда. И пожар не был случайностью. Даже не знаю, что хуже. Майра полагается на свое чутье, и если оно ее не подвело, то я не завидую тому, кто виновен в этом деле. Так, не будем туда проходить. Перемещаться. Отлично, патрончики. Немного, но хоть что-то. Еще один автомат. Ой. Давайте-ка попробуем. Оп-оп-оп-оп-оп. Твою мать. Все, больше нельзя ничего. Кидман? Неужели мы нашли одного из напарников? Текс. И все, да? Нужно идти туда. Ой, не к добру эта вода, не к добру. Ух ты, ух ты, ух ты. Так, я понял. Давай. Быстрей, быстрей. Проплыла все-таки за мной, тварь. Давай, плыви туда. Кидман, держись. На помощь, их слишком много. Ух ты, он-то где? Ну-ка. У нас как раз один патрон. Сейчас мы тебя, дядька. Отлично. Так. Что, давайте пробовать.
что плыви туда. Да ладно. Только на этот раз. Так, на этот раз мы сделаем так. Кушай. Давай. Да залазь ты. Куда? Плыви давай. Отлично. Фу. Держись, Кидман, я иду. Было. А бутылка. Что за нафиг? Так, ребята, вас много. Вас много, а? Блин, еще и мина. Ладно. Блин. Какие же вы быстрые все. Получай. Тебе. Так. Отлично. Подлечились. Два патрона. Давайте-ка обезвредим. Кидман, это я. Если бы не ты. Да ну нафиг еще. Благодарить будешь позже. Возможно, это еще не все. Берегись.
Воу. Держи. Так, патронов больше нету, да, нигде? Там у нас чувачок. Отлично. Что? Давай. Я так рад, что ты жива. После того случая в церкви я... Ты был в церкви? Да, и я, и Джозеф. Ему крепко досталось, по крайней мере, когда я видел его в последний раз. А тот мальчик из больницы, Лесли. Я нашел его в клетке, но он испугался и убежал. Че, ты идешь? Такс, что мы здесь-то имеем? Давайте разобьем ящик. Все, у нас ничего. Какие-то постеры. Здесь тоже ничего. Кажется, мы все видели что-то странное. У тебя кровь из носа не шла? Голова не болела? Нет? А что? Такой был у Джозефа. Он словно превращался в одно из этих существ. Может, это не на всех действует? Может быть. Снова эти манекены, блин, противные. Ну кто там еще? Что за звуки? Нет, только не я. Себастьян, что? Не подходи. До поворота. Что произошло? Ты меня стреляла? Ты начал превращаться в монстра, ты напал на меня. Извини, но теперь ты порченный. Возможно, он попытается остановить меня с твоей помощью. Погоди, ты о чем?
Ну и куда она ушла? Открою, открою, открою. Лесли? Лесли, это ты? Лесли, отлично. Еще немного. Что это? Рувик? Помоги, помогите. Эй! Лесли? Жесть, ну если сейчас Рувик вылезет, то... Я не знаю, что делать. Патронов нет. Надоели мне эти игры. Огне опасно. Если огне опасно, значит стрелять нельзя. Блин, а тут кто-то ходит. Ой-ё! Ё-моё, он здесь не один. Давай, 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 вали. Бегом, бегом, бегом наверх. Ах ты козёл, а. Чтоб вас. Вы дадите мне выбраться или нет? Давай быстрей. Должен же где-то быть ключ. Так. Ищем ключ. Потихоньку, потихоньку. Блин. Быстрей, 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 перекрывай, перекрывай, давай, это чёрту. Блин, все кончилось. Так, давайте-ка тогда аптечку. Что же делать-то?
Не вовремя, но, думаю, другого варианта нету. Давай, очухивайся быстрей. Молодцы. Молодцы. Ну что, привет. Так. Ух ты, ребята. Карта ключ с фабрики. Карточка ключ, лежавшая рядом с трупом на фабрике манекенов. Еще живой, что ли? Ты резвый какой-то, а? Так, давайте валим нафиг отсюда. Так, а здесь что у нас? Спрятаться можно было. Джозеф. Так. Отлично. Не полезем. Хватит. Так, август 2012-го. Как будто у меня было мало проблем в семье и на работе. К нам с Джозефом прикрепили стажерку. Супер. Будем няньками. Кидман еще совсем зеленая, но, как у всех новичков, в наше время сомнения у нее выше крыши. Каждый раз, когда мне приходится слегка обходить правила, я ловлю на себе ее косые взгляды. Она не понимает, что это часть работы, что иначе закрыть дело бывает просто невозможно. Что до ее характера, то Кидман холодная рыба, совершенно отстраненная. Ее задача наблюдать за обстановкой и помогать нам, но иногда мне кажется, что она ученый, который смотрит на чашку Петри, где сидим мы. Словно она просто изучает нас вместо того, чтобы самой учиться, если... А, есть в ней что-то, что меня бесит, но я не могу понять, что именно. Джозеф, как обычно, говорит, что я все выдумываю. Кажется, он в нее влюбился. В общем, ясно одно. С ней нужно держать ухо востро.
Давайте переместимся. Пропал следователь, искавший серийного убийцу. Его имя и что с ним стало, неизвестно. Поиски серийного убийцы остановлены. Полиция опровергает слухи о том, что главный следователь пропал без вести. Так, у нас есть ключик. Вы что-то забыли? Да, мне ключик хотя бы использовать. Патроны забрать. Так. Все, что осталось, забираем. И ключик. Хотя бы так. Так, что у нас здесь есть что-нибудь? Ну, патроны. Немножко патронов. Сюда. Отлично, 500. Еще и с динамитом. Спрятаться, спрятаться. Так, поаккуратно. Главное, чтоб не шмякнуться. Ну что, дорогие друзья, эпизод 11 пройден. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал и группу ВКонтакте. Я со всеми прощаюсь, до новых встреч, увидимся в следующем эпизоде. Всем пока!